Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція» про кредити та реформи. Говоримо із Олегом Устенком, виконавчим директором фонду «Блейзера». Пане Олеже, я вітаю вас у нашій Здравствуйте. Студії. Верховна Рада минулого тижня дозволила Кабінету міністрів істотно змінити формулу обслуговування держборгу, який сьогодні лягає, істотно лягає на плечі українців, нас з вами. Зокрема, внутрішній борг понад 17 мільярдів доларів – і понад 30 мільярдів доларів – це зовнішній борг. Які на сьогодні можливі варіанти, що стосуються реструктуризації зовнішнього державного боргу? Ну, ви дійсно правильно говорите по поводу того, що достатньо большою є долговая нагрузка. Более того, ми займаємо на протяжении прошлого года, этого года будемо займати і вже займали в этом году прогноз, который можно выставить на конец этого года, что долговая нагрузка Украины поднимется до отметки 90-100% по отношению к ВВП. Ну, по всем определениям это достаточно много. Я просто заметил бы, что сейчас мы находимся в отметке около 70% долг по отношению к ВВП. Я имею в виду государственный долг и гарантированный государством долг, который включает и внутренний, и внешний. Не так страшно иметь внутренний долг, как опасно иметь внешний долг, потому что внешний долг вы должны обслуживать за счет фактически тех валютных поступлений, которые у вас есть в страну. Украина длительный период времени вела такую, я бы сказал, необоснованную долговую политику, долги накапливались, и в конце концов, когда произошла девальвация, вышло так, что на руках находится на внешних рынках большое количество долгов, часть из которого сосредоточена в так называемых европейских долговых расписках. Это то, что называется коммерческий долг государства Украина. 18 миллиардов долларов находится на вторичном рынке долговых расписок Украины. И вот тобто когда... це и приватные кредиторы, да, с это... якими Кабмин собирается вести разговор на украинских условиях? Правда, но это еще не все, потому что есть еще так называемые, вот эта часть 18 миллиардов, это так называемый суверенный долг, а есть еще квазисуверенные долги, которые выдавались под гарантии государства. Например, Укрэксимбанк имеет такой долг, Ощадбанк имеет такой долг, Укрзалезница имеет подобного рода долг, Киевский муниципалитет имеет тоже подобного рода долг, потому что в свое время они выпускали европейские бонды и гарантировали со стороны государства. То есть речь идет в сумме около 23 миллиардов долларов вообще. Но то, что было принято Верховной Радой, закон, он как раз касается большей частью суверенов, нежели квазисуверенных долгов. Вот то есть 18 раз, миллиардов. Точно, 18 миллиардов. И в этих 18 миллиардах там очень проблемная зона, это наши долги, которые мы должны Российской Федерации. Вот эти 3 миллиарда долларов, которые в декабре 2013 года Украина выпустила и разместила через ирландскую биржу по английскому праву. А это значит, что в случае возникновения споров, споры должны быть разрешены в лондонском арбитраже, выпустила эти 3 миллиарда долларов под 5% годовых в декабре 2013 года со сроком обращения двухгодичным. То есть теоретически в декабре 2015 года эти деньги должны идти на погашение со стороны Украины. Вот насколько реально, что все-таки эти борги будут реструктуризованы, переглянуты? Я считаю, что касается, если оставить в стороне 3 миллиарда российского долга, то 15 миллиардов долларов, на мой взгляд, достаточно высоко вероятно, что мы сможем реструктуризировать. Другой вопрос состоит в том, на каких условиях мы реструктуризируем. Возможны два глобальных варианта. Так называемая мягкая реструктуризация, первый вариант. И второй вариант – жесткая реструктуризация. Мягкая, это больше сприятлива для Украины, для нашей экономики? Я бы сказал, что и та имеет плюсы и минусы. Мягкая реструктуризация будет предусматривать увеличение срока обращения долговых расписок украинских. Я бы предположил, что как минимум мы могли бы требовать пятилетнее увеличение срока обращения долговых расписок. И я понимаю, что эта позиция, в общем-то, офиса министра финансов и офиса премьер-министра как раз пытаться до 5 лет увеличить срок обращения долговых расписок. Следующее в мягкой реструктуризации, возможно, уменьшение
так называемого купона. Это процент, который мы платим за обслуживание наших долговых расписок. То есть кредитные ставки? Да, это кредитная ставка фактически, которая вот в долговом рынке называется купоном. Какие на сегодня эти ставки? Насколько их можно уменьшить? В реальности ставка сейчас вот средняя, я бы предположил, она находится на уровне 8% годовых. 8% годовых — это значит, что вот без учета российского кредита, российских бондов и без учета этих квазисуверенных долгов, которые у Эксима, Ощада и у остальных, которые были гарантированы государством, ставка составляет 8%, а это означает, что государство Украина тратит 1,2 миллиарда долларов в год только на обслуживание вот этой порции. В 15 миллиардов, а заметьте, что это только половина, даже меньше, чем половина наших внешних обязательств, которые есть у государства Украина. То есть это достаточно много, 1,2 миллиарда долларов. И если удастся государству снизить вот во время переговорного процесса процентную ставку, скажем, на 2-3 процентных пункта, довести ее до 5-6% годовых, то речь идет о серьезной экономии. Если удастся до 5% снизить, то считайте, что мы выигрываем где-то около 500 000 000 долларов только экономии по нашим внешним платежам. То есть это серьезное. Но вот эта мягкая реструктуризация, она, конечно, имеет более жесткую форму реструктуризации по сравнению с просто с увеличением срока обращения. И есть, конечно, жесткая реструктуризация, на которой настаивает украинское правительство, которое, кроме увеличения срока обращения долговой расписки на 5 лет, плюс снижение купона на 2-3 процентных пункта, то есть доведение его до 5-6%, вот этот процент, который мы платим по этому долгу, говорится об так называемой haircut, это уменьшение тела бонда. Каждый бонд имеет на себе такое название par value. Par value — это сколько, вот сколько на нем написано, должно будет пойти после обращения к погашению. Например, на бонде написано $1000, да, или там 1 миллион долларов. Так вот это номинальная стоимость, которая есть бонда. Это не значит, что он за эти деньги торгуется сейчас на рынке, он торгуется с колоссальным дисконтом сейчас. Но вот государство Украины говорит, что то, что должно пойти к погашению в условиях жесткой реструктуризации, вот эта парвеллерская стоимость должна быть уменьшена. И дальше рассматриваются различные варианты. В первоначальных вот таких косвенных сигналах, которые мы слышали и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и во Франкфурте, и после, особенно после поездки министра финансов Украины в Соединенные Штаты Америки, где она в Нью-Йорке встречалась с кредиторами, или лучше сказать, с инвесторами в эти ценные бумаги, речь шла о 20-25% снижении тела этого кредита. Я бы предположил, что еще более жесткая могла бы быть позиция, агрессивная позиция Украины, это попытаться снизить тело вот этого бонда, тело долговой расписки, теоретически можно было пытаться снизить и на 50%, то есть опустить стоимость с 15 миллиардов до 7,5 миллиардов долларов. Почему? Потому что если вы сейчас выйдете на внешний рынок, вы увидите, что на вторичном рынке наши долговые расписки продаются, но продаются с колоссальным дисконтом. За 1 доллар нашей долговой расписки рынок не дает даже 50 центов. Вот средняя цена, которую можно получить, это 45 центов на каждый доллар нашей долговой расписки. Конечно, зависит от срока, когда это идет на погашение. Но, в принципе, вот так вот рынок нам относится. То есть, в реальности, у кредиторов, которые купили наши европейские бонды, есть альтернатива. Либо они соглашаются на совсем жесткие условия, которые представляет им Украина, и даже не 20-30% снижения вот этого par value, стоимости бонда, то, что называют сейчас haircut'ом, а предлагает даже 50% снижение. Потому что альтернатива, либо ты соглашаешься на эти условия, которые предлагает Украина, либо второй вариант, берешь вот этот пакет, который у тебя есть, 15 миллиардов долларов, выносишь его на рынок и пытаешься продать на рынке. Но если ты выносишь такого рода сумму в 15 миллиардов долларов на рынок, рынок не устоит, он рухнет. И никто не даст даже и 45 центов за 1 доллар украинских облигаций. Я бы предположил, что цена тогда будет 20-25 центов за 1 доллар, то есть дисконт будет колоссальный. Смысл для кредиторов, которые вложились в украинские евробонды, это сделать?
маленький, и они также понимают, что если Украина не сможет реструктуризировать свои долги, это означает, что Украина не сможет продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, а все остальные программы внешнего финансирования идут в привязке к программе Международного валютного фонда. И это значит, что мы тогда не в состоянии будем выполнять даже в краткосрочной перспективе наши обязательства, и мы объявим не технический дефолт, а в принципе дефолт. Это понимают кредиторы, вот почему их позиция более сговорчивая должна быть сейчас. Более того, вот это голосование, которое прошло в Верховной Раде, оно дает просто право кабинету министров временно не выплачивать, не обслуживать свои долги. Тобто ввести певний мораторій? Да, ввести вот этот мораторій. Но это просто право, и не факт, что они этим должны будут воспользоваться. То есть в моем понимании, эта карта, которую мы играем, просто дополнительное давление на вот этих кредиторов. С другой стороны, надо понимать, что все имеет обратный... А якщо, зрештою, и доведеться використати, застосувати дію цього мораторія, як це вплине, власне, на економіку України і на відношення, скажем так, міжнародних інвесторів по відношенню? Ну, я считаю, что и жесткая реструктуризация, вот когда будет сделан haircut, вот это обрезка тела кредита, жесткая реструктуризация, и тем более введение и использование права кабинета министров моратория, во-первых, надо понимать, что это технический дефолт. Будет выставлена фишечка напротив Украины на всех финансовых рынках, технический дефолт. Вот почему все больше и больше в международном экономическом сообществе, среди аналитиков, говорят по поводу того, что вероятность дефолта в Украине близка к 100%. Но речь идет не об обычном дефолте, а о техническом дефолте. Все-таки он более мягкий. Насколько он может быть загрозливым для Украины и как это позначится на инвесторов? Ну, абсолютно очевидно, что это, да, абсолютно очевидно, что любого рода дефолт, дефолт обычный, технический дефолт, он крайне негативно сказывается на экономике. Даже технический. Даже технический дефолт. Но отличие между одним и другим состоит в том, через сколько для страны могут открыться внешние рынки заимствования капитала. В случае технического дефолта я бы предположил, особенно если это будет мягкая реструктуризация с выставлением фишечки технический дефолт, мягкая реструктуризация, которая не будет предусматривать обрезание тела банда, тела кредита, будет означать, что, может быть, через 1,5-2 года мы сможем выйти на внешние рынки заимствования капитала. Если это будет более жесткая форма мягкой реструктуризации, когда тело банда будет уменьшено, тогда бы я предположил, что мы можем быть отрезаны от рынка заимствования на лет эдак 5. Если это будет введение моратория, то есть это фактически не реструктуризация, а насильные действия со стороны Украины, которые будут предприняты. Это равносильно такому относительно управляемому, но уже не техническому, а реальному дефолту. Надо быть готовыми к тому, что рынки заимствования капитала будут для нас закрыты на длительный период времени, от 5 до 10 лет при плохом раскладе. Это означает колоссальные вызовы для страны. И при том раскладе для нас будут негативные последствия. Тому потрібно уряду все зробити для того, щоб не допустити все ж таки введення цього мораторію, це вже просто Я думаю, що да, і я думаю, що це розуміє правительство, або, по крайній мірі, должно розуміти правительство, і должны пытаться все-таки договориться з кредиторами. Я би рекомендував зараз, тому що помінялась різко система координат. А от, власне, з цими приватними кредиторами на однакових умовах для всіх потрібно домовлятися, чи індивідуальний підхід до кожного? В реальності основне правило, коли ти ведеш подобного роду переговори, це так називаємо equal treatment. А равное отношение ко всем кредиторам, которые у тебя есть. То есть ты не можешь к одному относиться лучше, чем относиться к другому. Условия должны быть одинаковы для всех. Если только ты им не даешь какие-то опции, ты предлагаешь вариант, например, жесткой реструктуризации с такими-то условиями, более мягкой реструктуризации, но с другими условиями. То есть, когда есть опции, тогда могут быть разные условия. Если этих опций не предоставляется, при этом эти опции должны быть предоставлены всем кредиторам. То есть, каждый должен иметь право выбора. Либо он идет по первому пути, либо по второму пути. Примером может быть Мексика, примером может быть Аргентина. То есть, масса есть таких даже в новейшей экономической истории, вот каким образом решались подобного рода вопросы. Просто пытаться идти вот так вот, то, что называется, совсем прямолинейно, особенно в переговорном процессе, особенно если речь касается денег, это неправильный подход. То есть надо пытаться лавировать и предлагать различные условия для различных
кредиторов, то есть у них должна быть, еще раз говорю, опция, либо так они действуют, либо эдак действуют. В этом случае, я думаю, что не надо будет применять вот эту возможность использования моратория на выплату наших внешних долгов. Но все равно надо быть готовыми к тому, что это скажется на нас. Скажется на нас в плане того, что, во-первых, новые вызовы будут относительно дефицита системы государственных финансов. При техническом дефолте у нас все-таки продолжает быть оставаться возможность финансирования дефицита, покрытия этого дефицита государственных финансов за счет внешних заимствований, но не в частном секторе, а за счет внешних заимствований институциональных, ну, скажем, от Международного валютного фонда, или от Мирового банка, или от Европейского союза, от индивидуальных правительств. То, что сейчас подписано на почти 8 миллиардов долларов, или имеются, по крайней мере, договоренности на 8 миллиардов долларов не МВФовского финансирования. В случае дефолта этих денег вообще не будет. И при техническом дефолте надо пытаться сокращать дефицитность государственного бюджета. При абсолютном дефолте, если воспользоваться этим мораторием, его финансировать вообще будет невозможно за счет внешних заимствований, потому что даже вот этих институциональных инвесторов тогда не будет, или институциональных кредиторов тогда не будет. То есть тогда новые вызовы, новые меры, более жесткая экономия по сравнению с тем, которую мы видим сейчас, тогда должны они будут быть применены. Обычно страны, которые попадали в подобного рода ловушку, и понятно, что политики во многих странах играют просто так называемую краткосрочную перспективу, короткую игру. И тогда они пытались для того, чтобы убрать такое возможное растущее социальное напряжение из-за жестких мер экономии, они пытались финансировать дефицит государственного бюджета за счет включения печатного станка на более высокой скорости. Когда ты включаешь более такую высокую скорость, передвигаешь там ручку акселератора в печатном станке, то это означает, что ты просто более раскручиваешь уровень инфляции. Фактически ты гасишь вроде бы как дефицит системы госфинансов за счет инфляции. Это путь точно в никуда, потому что в конце концов он выбросит страну в спираль гиперинфляции. И это серьезнейшая опасность. Я надеюсь, что украинские политики тоже это понимают. Який ви бачите наш шлях розвитку, прогноз у цьому напрямку? Я думаю, що все-таки ми можемо залишатися такими умеренными оптимистами. Я считаю, что шансы на реструктуризацию гораздо выше, чем 50%. Я думаю, что мягкая или жесткая реструктуризация, она пройдет. Не мешало бы правительству Украины задуматься по поводу того, что надо, еще раз говорю, предложить опции кредиторам или инвесторам в эти ценные бумаги. После того, когда пройдет реструктуризация, Украина сможет продолжать сотрудничество с международными финансовыми институциями и с правительствами отдельных стран, в том числе и Европейского союза. Я думаю, что украинская экономика продолжит свое падение в этом году, будет задыхаться от нехватки денежного ресурса, но уже в этом году мы достигнем абсолютного дна, от которого можно будет отталкиваться и пытаться начинать восстанавливать экономику, восстанавливать рост. Конечно, предусловием для всего этого является либо замораживание, либо прекращение конфликта на юго-востоке страны. Но, в общем, я думаю, что страна в случае проведения правильных реформ, в данном случае даже не экономических, а просто институциональных, структурных реформ, кстати сказать, которые оговорены и в меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом, и с Европейским союзом, и с другими институциями. И я в данном случае оптимистично смотрю на это, потому что мне кажется, что Украине гораздо будет легче делать и продвигать свою вот эту повестку реформ под присмотром внешнего наблюдателя. Не хочу сказать надсмотрщика, но в данном случае это именно так, похоже, выглядит. А какие перспективы в целом списания частины боргу? Я думаю, что списание части долга, если вы спросите в вероятностях, я бы сказал, что вероятность высока, выше 50% тоже. Другой вопрос, что это может оказаться
Это полезно в том плане, что можно получить краткосрочную выгоду, просто очевидно. Представьте себе, что вы списываете треть, например, этих евробондов, сразу 4,5 миллиарда долларов экономии для Украины. 4,5 миллиарда долларов, это речь идет о 6% нашего ВВП нынешнего, которое будет по результатам 2015 года. Но есть и обратная сторона медали. Обратная сторона медали окажется такой, что нам не будут доверять в будущем, потому что страна, которая вот так пошла на списание долга, она может быть отрезана от внешних рынков заимствования капитала на 5-10 лет. Свой как... часу это было у Польши. Да, но в Польше это не было, правда, правда, но это не было именно в такой форме, вот как бы в форме объявления такой вот жесткой реструктуризации по требованию поляков. Оно шло там обоюдно, оно шло и со стороны Европейского Союза, и там же речь шла об институциональных инвесторах. Представьте себе, что аналогия, это вы разместили депозит на 1000 гривен, а вам вдруг объявляют, что вы получите, мало того, что вам увеличат срок наличие этого депозита, вместо еще там полугода, который он должен был пролежать, вам скажут, что он должен лежать там дополнительно 5 лет, при этом вам снизят процент там, с текущих, я не знаю, 25% до 10%, и еще при этом вам скажут, что вам обрежут тело вашего депозита, опустят его с 1000 гривен до 700 гривен. Вы будете довольны этим банком? И как быстро вы восстановите свое доверие именно к этому банку, через год, два, три или через 5-10 лет, или вообще восстановить, или доверие, или нет. То есть к этому надо тоже быть готовыми. Более того, есть серьезная опасность, все-таки наш частный сектор. Наш частный сектор на руках имеет больше, чем 100 миллиардов долларов внешнего долга. И такие жесткие действия, вроде бы, которые дают выигрыш в краткосрочной перспективе, они могут негативно сказаться на нашем частном секторе. Наш частный сектор все время решает на протяжении последних лет, это к пяти, вопрос, связанный с рефинансированием своего собственного долга. Они набрали из этих долгов много. А если вы сделаете жесткую реструктуризацию с обрезанием тела кредита, тело вот этого банда, для них возможности реструктуризировать, рефинансировать свои долги уменьшатся. Это тогда означает, что мы увидим не только серию, большую серию, мы ее и так увидим, но серию корпоративных дефолтов в частном секторе, но это будет еще дополнительное вымывание валюты из наших золотовалютных резервов, потому что одно дело им разрешают продлить свой долг на 2-3 года вперед, а другое дело, когда кредитор требует немедленной оплаты сейчас. І для частного сектора це може бути насамперед сьогодні потрібно проблема. В першу чергу говорити про реструктуризацію. Да, надо говорити про реструктуризацію, пытаться договариваться з кредиторами, пытаться договариваться з кредиторами вот не на їх условиях, но пытаться давати їм какие-то опции и пытаться мирно договориться. Это самое главное. То есть давить на кредиторов слишком сильно можно. Можно от этого выиграть, но можно серьезно потерять в краткосрочной и средней, и долгосрочной перспективе. Поэтому сложность вот сейчас ситуации состоит в том, что на чаше весов, с одной стороны, вроде бы немедленный выигрыш, который можно получить, и в пиар-плоскости публично он будет хорошо воспринят. А другой вопрос, а что это даст в средней и долгосрочной перспективе? Поэтому, конечно, каждое экономическое решение сейчас должно быть очень взвешенным и обоснованным вот аналитической какой-то базой. Дякую, Олег Устенко, виконавчий директор фонду Blazer, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма «Позиція». До зустрічі в ефірі. We'll be right back.